Привет, добро пожаловать на Бралта. Я полный менеджер сообщества. И в этом, чтоб что это было? Только не говори, что это. Это леди Дозавров. Бравл Толк. Все верно, скоро начнется 7-й сезон лета юрского периода. Сложив вместе один из завров, и лето получится база. Базу спасает велоцираптор пляжа, а также хроматический боец этого сезона. По своей работе он справляется плохо, мешает рост и короткие руки. Но он любит правильно говорить другим, что можно. А главное, что нельзя делать. Кстати, он нельзя вашему месту, вы к нему не приближаться. База боец ближнего боя, любит помахать кулаками. И факт, что у девицы убежать всей базы появляется против поплавок во врага или стену. А затем потянуть себе туда. Если он примет эту технику против другого, тот этот боец окажется недалеко от глуши. А еще он играет в панк группе и плохих баз. Уникальный скин нового сезона. Первый скин этого сезона Сюфер Карл. Но к лету готовит не он один. Динозавр Лео, пляжный морд, Кока Роз, Аквабайкер Джи, а также морская Нита от победителя конкурса Супер Мейк. Инкасл, Битс и Франси. Из других классных скинов путь не совсем лет. Вас ждут Бургер, Ло, Макс, Гермес и мегаящик Дэрил. В честь первой годовщины запуска в кит, и вы сможете получить его без... в помощь плохим шубазам и собрать целую группу. С гитаристом Трэшера Поко и барабанщика Диким С. Ну и пусть не в группе, но все равно очень ужасный би появится в игре одной из испытаний. Это будет приз прохождения испытания, а потом в магазине появится. Новости для всех фанатов футбола. Мы сотрудничаем с Мастер-лигой Латинской Америки. В Мастер-лигу Бралса входят одни из самых значимых команд. В Латинской Америке у нас будут скины по такому случаю. К тому же первый кооперативный турнир, в котором участвуют исключительно футбольные клубы. И вы какие-нибудь команды погодите, слушайте все упомни. Бога Хиньос, Америка, Университет де Чили. Университет Национально Кориенти. Тико Националь, Сьерра Портино, Риве Плейс. Де Кито Фламенго, Клуб Америки. Гвадалахара. Привет, фанаты Мега и Чемпион. Готовьте одеться в игре цветы своей команды. И следуйте за новостями. Отличная новость, наконец-то постоянный режим инвентаря. Он был лучше и получил новые карты и понимая новых испытаний. Мы не меняем призы испытаний чемпиона Брал Старса. Этим летом мы хотим испытать три новых режима игры. Во-первых, это волейбол, где нельзя доступить касаемо мяча земли на вашей половине и против полученное очко. Первая команда, набравшая 2 очка, выигрывает матч. Во-вторых, баскетбол, где вообще он чем-то похож на броубол. Но карта в нем поменьше, и матч надо забрать в кольцо. И хитрость тут в том, что кольцо не стоит на месте. Ну и последний режим называется «Удержи трофей». На карте есть только один трофей, победитель команды. Но все не так просто. На бойца трофея действует замедление. И его надо защитить любой ценой. Подожди, это был не последний режим? Короче, подобу больше нет. Ее заменил режим, называемый «Похитить трофей». Мы переформили этот режим в одном стиле. С компанией, кто украл трофей, подходящий на канале «Спорт». Теперь вместо подарка вы несете трофей. Мы добавим модификацию на радость, любите создать карт. Часть из них вы уже знаете, метеориты и энергетические напитки, но мы добавим и новые. Отличная новость, их можно использовать в других комнатах. А еще у нас опять новые объекты. Исцеление, шипы, облака урона, замедление и быстрый усилитель. И, конечно же, их можно использовать при создании карт. Помимо этого, добавили тонну новых карт и новые наборы карт для силовой лиги. Паула, это что насчет еще одного персонажа из магазина подарков? Ах да, босс Калет и Эдгар Гриф. Это эпический бион, тот и жаден.
И если честно, не ошибка умен. Для своих атак он использует чаевые Эдгара и Кале. И они работают все хитрым образом. Говорю, что ряд 9 монет. Они разлетают в ширины, дальше нет. Это позволяет достать врага издалека. А что касается супера? Он бросает 5 банков острых краев по широк концеобразной, и они наносят урон в числе на обратном пути. Чем дальше противник, тем больше урона. А еще на обратном пути они прилетают в стены. Смотрите, гриф можно выиграть из исключения испытаний. Если пройдете испытание, вы получите грифа раньше его. Даже если не можете его пройти, грифа можно выбить, найти в ящике и в магазине. После его выхода неделя позже. К сожалению, Brawl Tap подходит к концу, но у нас есть еще какое-то что. Есть новых гаджетов. Каждый новый боец получит дополнительный редкий значок. Кроме этого, будет анимированных значков больше. Золотой и серийный скин для Кольта и Мистера Пи. Не забудьте подписывать и оставлять комментарий о том, что вам понравилось в этом выпуске Brawl Tap. Спасибо за просмотр, увидимся через 2 месяца. Пока-пока! И не забудь сказать, что верно, что вот так все равно. Все равно, когда нужно сказать. Так, да не говори что-нибудь, он загрузит, если этого не скажет. Ладно. Ну и в поддержку скина для бага просто я тут все развалил. Ничего. 3 новых режима кражи подарков. Ну и импостась. Да-да, Фрэнк, да, точно они молодцы. Но эти костюмы меня смущают.